Теперь он снимает. Должна бежать циферка. Ну тогда, вот теперь бежит. Галина, блин, 47 километров. Ставьте назад. Это надо было неизвестно с каких санкций. Да? Чтобы мама пустила. Говорила о том, чтобы купить что-нибудь. Так вот, фан-гуф. Все, ну сейчас опять в советскую часть приезжаем. А вот эти чуваки интересные нам ехали, знаешь, на чем? На квадроциклах. На четырехколесных. Целая группа не таких. А на четырехколесных. Ну, что, на озеро гоняли кататься. Уже какая-то улица. Частная территория, я не знаю, наверное, снимать нельзя. Минздрав закончился. Началось СТО. Ой, там люди. Ну так чего ты снимал, пока вы полицию не вызвали? Ну слушай, знаешь ты? Я тебя оставлю, если что, в заложник. Убирает. Что здесь написано?
Winterdienst, это везде там у них написано. Betreten und befahren, входить auf eigenen на одном. Ну зачем нам эти склады? Хорошие люди попросили. Еще туда съездим. Вот эту штучку сниму. Парковаться нельзя, да? Да. Ну там можно, а тут нет. Ну а ехать-то можно? Ты сейчас вас-то завернул. Не знаю. Может быть и нет. Мы уже проехали. Вот этот мотоцикл как мы проехал. Ну, симпатичные дома. Это что, квадрат? Что? Квадрат. И что? Что ты делаешь? Ё-моё, что это за эстакады? Ну вот видишь, народ живет скромненько, но чистенько. Знаешь, он не нужен. Что вообще они как делают? Ходят за пособием на почту. На почту. До сих пор оккупировали, в общем. Молодцы. Все, проезд закончился. Да, местов нет. Разворачиваемся. Там, смотри, что это самое. Вывеска «Дом офицера». Да. Пойду сниму. Я слушаю.